Мне нужно позаботиться об одном деле. Что? Эй, чувак, не пытайся отвлечь меня. Как ты чувствуешь себя в воде? В смысле, умею ли я плавать? Да, ты хорошо плаваешь? Нет, я не умею. Черт! Проклятие! Как это у тебя получается, а? Мне нужно позаботиться об одном деле. Что? Эй, чувак, не пытайся отвлечь меня. Как ты чувствуешь себя в воде? В смысле, умею ли я плавать? Да, ты хорошо плаваешь? Нет, я не умею. Черт! Проклятие! Как это у тебя получается, а?
To be in the way. У меня от тебя несварение желудка.
stop working? Чего желаете, господин? Съешьте мой бургер, сэр. Надеюсь, мы увидимся снова, сэр. Пожалуйста, приятного аппетита. Какой чудесный день! Это не круто, но мне надо заплатить.
В последнее время все идет наперекосяк. Подожди, ты пытаешься сказать, что ты не умеешь плавать? Серьезно, когда я захожу в воду, это наводит на меня панику. К тому же, я боюсь угрей, кальмаров, морских водорослей и... Хорошо, чувак, я понимаю, что ты просто пытаешься найти оправдание. Слушай, Сиджи, мне нужен человек, который не состоит в банде Триад и которому я могу доверять. Хорошо, давай повторим, что ты от меня хочешь. Ты хочешь, чтобы я прыгнул в грязную портовую воду, проплыл мимо маленьких коричневых медуз и вьетнамских гангстеров, чтобы установить жучок на корабле в порту? Ты так плохо об этом говоришь? Слушай, чувак, когда я был ребенком, я плавал в море у пляжа Санта-Мария, и однажды мне в лицо попал гандон. Ужасы вроде этого остаются с тобой на всю жизнь, запомни это. Я хочу тебе признаться. Я слепой. Да ладно тебе. Да, хоть я и натренировал свои другие чувства так, что стал чувствовать препятствия перед собой, но в воде все эти чувства будут бесполезны. Ладно, Вузи, расслабься. Не дерзай себя из-за этого. Так и быть, я сделаю это. А, и еще кое-что. Ты знаешь, что я черный и не китаец. Я слепой, Карл, а не тупой.
Эй, мы должны проверить там. Вон там, ты видишь его? Продолжаем патрулирование. Нет, либо он уплыл, либо утонул. Кто-нибудь еще это видел? У нас здесь кто-то плывет. Он только что был здесь. Черт, он очень долго находится под водой. Этот урод здесь. Он под нами. Он, должно быть, нырнул здесь. Убейте этого сукиного сына. Он вынырнет в другом месте, чтобы глотнуть воздуха. Черт, должно быть, это тюлень. I love fighting! Какого черта?
кажется, я видел кого-то в воде. Хватит меня пугать. Он здесь! Он нырнул! Мы должны достать его! Говорю тебе, что я кого-то видел! Он не может находиться под водой вечно! Он уже должен был захлебнуться! Там парень в воде! Он нырнул! Он должно быть утонул. Я его вижу. Он снова под водой. Мы должны убить его. Вон там, ты видишь его? Продолжаем патрулирование. Нет, либо он уплыл, либо утонул. Да. Курьер с деньгами снова выехал из Лос-Сантоса. На этого курьера придется забить, чувак. У меня слишком много проблем накопилось. Sure.